Чем пахнет детство? Мы забыли. Ириской, смехом, молоком. Чем пахнет взрослое? Банально. Парфюмом, грустью, гонятом. Добрый вечер, уважаемые члены клуба, уважаемые гости. Я уверен, каждый из ораторов сегодня так или иначе расскажет о том, как детство может повлиять на взрослую жизнь. Я же на самом деле хочу еще очень важный момент представить на размышление. Это о том парадоксе жизненном, который случается абсолютно с каждым. Все дети хотят стать взрослыми. И когда они ими становятся, то у кого-то приходит грусть, у кого-то ностальгия, кто-то пытается чуть ли не каждый день закрывать глаза и пытаться себя представить счастливым, беззаботным ребенком в далеком детстве, когда нет реального возвращения. На мой взгляд, все же у взрослых есть небольшой шанс не прикоснуться к детству, это максимальный час общаться с детьми. Потому что общение с детьми – это не только душевное расслабление, но и возможность получать те искренние эмоции, которые, к сожалению, взрослым необходимо порой по работе, семейным обстоятельствам, личным скрывать от сторонних. Поэтому чаще общайтесь с детьми, чаще улыбайтесь, как говорит паромную паузу, все самые глупости делаются с умным выражением лица. Поэтому желаю сегодня всем удачи, желаю вспоминать из детства только самое хорошее. Спасибо.